к ним, и тебе они же что-нибудь сделают не то. Потом да. мучаются, блядь. Я прям не знаю, даже вот так вот, что случись, не дай бог. Че, пишем? Да. Ты пишешь уже, что ли? Ну вот, начал, да. Ну мне вот эти дома тут, у меня товарищ хочет приехать, короче, с этого, с ЭПБ. Говорит, хочу домик тут у вас какой-нибудь. Мне кажется, что самые такие более-менее, ну, презентабельные вот здесь. Вот он, ну, у него денег, короче, вагон. Херли, там вот здесь вот я где-то залип. Угу. Ну, в принципе, ты что, я так думаю, скоро здесь асфальт появится. Почему бы нет? Зимой тут вообще красота. Надо зимой. Все, все, все почищено, все отлично. Фонарики горят ночью. Вот этот вот, если он возьмет, то нормально будет. Новиков вспомнил, господи. Только не Володя, а другой Новиков. Вот этот вот дом. Только слушай, в таком стиле, да? Такая готика. Ну. Прям вообще, мне он красава, вообще, мне нравится. Что-то стена, то ли это. Стена какая-то поведенная. Ну, видно, что из кирпича-то, который это... Знаешь, разбирали ну, эти с развития, казармы разбирали где-то там вот на этом. Ой, за Красноармейской. Вот этот домик. Где либо госпиталь вот... был военный. Там ну, были, я понял. Да, вот очень похож кирпичик. Похож, да. Либо вот этот, вот тоже белого, да, кирпича. Интересно. Ну, они как бы, скорее всего, вот этот телефон сделай, продам я. Ну, там покупать нечего. Он готов бабки башлять, если просто бабок нормально предложат, я думаю, что у нас же в основном жадные все. Так, жадность это, жадность рулит. Вот батарейная 3/33. Ой, не слышь, да, это, как она называется правильно? Да, можно и слышь, по-русски. Ну вообще дробь. Дробь, да, дробь. Косая черта. В доме что-то 8/1, что-то там по гостинице советской. Жил что-то большущий гражданин. Забыл, короче. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Я все вспомнил. О, такая собака, какая лохматуха. Ой, красавишна. Ой, молодец. Отрабатывает хлеб. А это не Света идет? Нет, это Света. Женщина нормально одета, стильно. Света стильно не одевается. Вот этот дом я предложу ему. Надо сейчас узнать, кто хозяин, и это самое, и я предложу ему, получается, первая, да, или третья, какая там была батарейная, ну, ладно, я потом видео посмотрю, 24, вот этот дом, надо координатку стрельнуть, вот площадка, мне, кстати, про нее рассказывали, хорошая площадка, дети, короче, играли, и какая-то женщина, неопрятно одетая, выгоняла детей пинками, кричала, что это моя площадка, что-то такое вот было, я говорю, ну, а что, он говорит, видео не успели записать, ну, видео, я говорю, видео, с видео мы дурак сможет. Вы так попробуйте, без видео. Не, без видео. Ты же хотел еще туда проехать дальше. Туда? Да. А там мы потом развернемся? Да, да, да. А то я тут переживаю. Тут там тоже уже... иллюминация хорошая, тоже домики есть нормальные. Колеса это самое. Ну поехали, давай. Это понятно, тут поближе все. Я думал, что как бы это... Не, не, нет, да. Пускай выбор хотя бы будет, а то на самом деле... Не, вот я считаю, что вот этот дом, и как раз у него ребенок, да, подрастает, вот как раз вот эта площадка будет. Тоже там женщина, которая кричала, что это ее, а это самое. Ну, может, продаст и площадку заодно, да? Она что, если ее, значит, она не муниципальная, значит, если ее она кричала. А не помню, какая-то как-то фамилия у нее. На слуху что-то. Не помню. Да, ну мне вот, да, вот нормально. Такой бюджетный домик, в общем-то, вполне на содержание, думаю, тут много особо не тратится. Электроэнергия вся муниципальная, наверное, тут эти на столбах. Все. Ну, УДН там башлянешь немножко, да и все. Что тут? Ну, а что-то какие тут нормальные? Вот это вот, я не знаю. Обычно, когда вот таким покрывают сайдингом, что-то маскируют, какие-то косяки. Вот за такой бы я взялся построить. Мне нравится всякие недоделки доводить. Сейчас как бы возможности более-менее есть. О, улица Живила? Ничего себе. Это в честь нашей врачи, которая была? Нет, это мужчина. Это муж, наверное, ее. Наверное. Молодцы, да, они, наверное, что-то сделали полезное. Он же был главой города и умер. Живила был? Да. Да ты что? Да. Так трагедия была. Ты где жил-то вообще? Я? Ну. Где-то жил.
Где-то она. Вот здесь, наверное, жил я. А, да? Ну, может быть. Да, вот, вот он, кстати, слив. Надо координату здесь стрельнуть, выйти. Блин. Вот эти вот сливы, ага. Так, все, все? Или туда проехать? Маленько. Я говорю, вот две улицы, а получается. Вот следующая, которая была, да? Надо было туда, да, заехать. Да, да, да. Ну, давай сейчас туда заедем. Вот тут вот этот домик, вот сними его. Это, по-моему, знаешь, кто? Это, по-моему, Буш был здесь жил. Mm-hmm. Эдуард Карлович, по-моему. Был, кстати, очень способный управляющий менеджер. Закрывал в течение 2-3 лет предприятие, где работал. Вообще, красава. Вот такими вот я считаю, что рейхстагами должен гордиться. Это... Мы вот сейчас готовим проект. У меня что-то не все поддерживают. Наградить всех членов администрации, которые представляют то, да, должности определенные, ну, руководители отделов, само собой, ну и особо отличившиеся, особенно от руководителя бывшего антеногенного отдела по экологии, наградить, я считаю. Ну, тут, видишь, идет спор или звездой героя американской, вот, или серебряной звездой американской, там идет за заслуги перед Америкой. Ну, а заслуги же, в общем-то, так-то. Так, сюда мы хотим? Да. А, сюда, да? Сейчас. Я слушаю, тут как изменилось-то все. Дороги стали просто, просто замечательные. Я не знаю, как тут, блядь. Зимой мы нормально. Мы сейчас тут порвем что-нибудь. Шину. Да не должны. Будем аккуратно. Я поэтому медленно езжу. Ну плюс пускай он посмотрит. Вот это сайдинговое, нет строения. Вот следующий мне нравится такой по оформлению. Тоже, видишь, всякие вот эти вот. Углы такие интересные. Вот направо неплохой тоже такой подшитый, да? Угу. Но это больше такой какой-то скандинавский тип. Что-то. Я говорю, главное, что здесь иллюминация хорошая. Здесь? Да. Вон, смотри. Через каждые сколько метров? Ну да. Бетонный столб, ну, с, да, фонарем. Слушай, ну прям такое, да. Я, такое в Николаевске я вижу, ну, видел только в одном месте. Здесь. Угу. У нас на Советской такого нет. Это что, через каждые, так, смотри, метров 20-25? Ну да. Классно. Вот ангар можно купить. О, тоже ему, кстати, надо. Вот он напрямую проломится туда, от того дома сделает просеку, и сюда ангар как раз. Да? У него сейчас такая тема, коллекционировать предметы старины, всякие памятники. Вот нам, может быть, нашего этого чудотворца к себе поставить туда. Он все равно не представляет никакой архитектурной ценности. Что-то там лепил этот, в Церетели что-то лепил. Зураб, да, по-моему, зовут? Зурабчик. Что-то лепил, какую-то херню сделал. А тут они с этим, с бывшим прокурором России, хряпнули чего-то. Ну и Зураб такой, Тарюк! Тут такой, спасибо, друг! Ну и, короче, это появился у нас такой. Да видел, как у него рука там сделана, блин? Там какое-то там вообще что-то такое, да. Что-то пацанячее такое. Ну он прикололся, Зураб. Зураб такой еще, я знаю его. О, вот, да, вот он, видишь, смотрится. Ну, да. Перспективная канитель. Тоже какой-то большой домик там спрятан. Здесь явно недострой. Я сегодня машину помыл. Ёкарный театр. Так, ну все, мы сейчас тогда письмом ему оформим сразу этот видос. Вот здесь тоже забыл, кто-то начинал строиться. Сейчас уже здесь все, конечно, тут дефектовка, да? Панели. Да, тут уже ничего не сделаешь. Тут уже они посыпались. Даже два дома. Даже если. А это он достроили. Слушай, а как тут... они тут ездят? Давай отсюда, короче, да, будем выгребаться. Да, вот сюда. А или сюда? Вот, вот сюда разворачиваться, да. Да я туда что-то боюсь, что топка. Я вот лучше здесь и попробую. Кто меня тут не повернет? Не знаю. Ну я не буду туда прям заезжать. Маленькая моя красотуча. Опа. Так, извиняюсь. Блять. Это было литературное слово. Ну даже этот Маяковский писал, да? Че? Есть тети как дяди, есть дяди как тети. Ну было приписано. Есть люди как люди. Ну там было же. Да я, говорит, лучше буду там что-то лимонад, говорит, подавать. Бледян, говорит, а, сельтерскую воду, чем, говорит, это, за вас тут что-то мазу тянуть. Ну, что-то такое, забыл, короче, я же этот стих учил специально. Я говорю, после ковида страшные вещи происходят, потому что кто-то укололся какой-то страшной хернёй, даже какой-то вообще ужасной, не знаю, что это было, вот, а кто-то укололся витаминкой, блядь. И тем, у кого витаминкой укололся, я даже знаю пофамильно, кто это,
у них все зашибись. А у тех, кто кололся, был неугодно, у них проблемы начались. И достаточно серьезные. Это прям... Так, что, как мы тут выйдем? Вот так вот, наверное, да, попробуем. Ну ничего, сейчас сделают. Опа. А что я туплю? Тут на Элечку можно было переключиться и все, и спокойно переть, как танк. Не видовая. Была видовая, я бы поехал. Сейчас еще Тома видео посмотрит и скажет, машину, блин, взял покататься, покатался, блин. Поехал какую-то говно в какое-то. Скажу, тут лучшие люди города живут, какое говно, ты че? Ёкарный театр. Судя по домам, нормальный такой район. Ну, дорог нету, ну, как обычно. А что, если не дорожник, нахер ему дороги нужны? Зачем дороги, если у тебя, допустим, крузак какой-нибудь хороший, что тебе дороги? Колесо, блин, больше головы слоновей. Все, погнал, блин. Да. А это так тоже внедорожнички такие, какой-то жалкий уровень. Обычно еще, знаешь, понаберут этих бэушных этих тачек. А гараж не на что купить. И стоят они у них вроде крузак, вроде серьезный, вроде солидный. Одно колесо полтос стоит. А гаража нету. Все-таки нищеброды получается. Нищие, блядь, нищие. Не, может просто что, гараж да? Маленький. Поехали, наверное, отсюда, да? Ох ты, блядь. Серега, блядь, что ли? Здорово. Рамс поехал. Опа, опа, кто такой? Зайцев давно уже за рулем не ездил. Андрюха Дмитриенко тоже подошел в банк. Вчера с Томой вот не договорили, или позавчера ездили, уж не помню. Кто это такой был такой? Я говорю, ну это Андрей Дмитриенко, это самое. Тоже в администрации работал. Ну он работал, он достаточно нормально получал, я не знаю, что он себе здоровье не прокачал. Так он же в ЦРБ ушел прокачивать. Так, а что в ЦРБ? Да ну, прокачают. Я просто вижу, что в себя не вкладывают. Видно по человеку, по одежде, по внешности. Я и говорю, Андрюха, плохо выглядишь. Ну, кто скажет еще? Я-то не то, чтобы, знаешь, там, подколоть там что-то. Нет, ни в коем случае. Просто бывает, знаешь, там, ой, хорошо, все хорошо, там, это, зализывают там, кому выгодно. А человек уже сыпется, все. Ладно, если у него хард, диск сыпется, ну, мозги. А если тело уже, все, это капец. И показатель, когда вот зубы выкрашиваются, это показатель, что не хватает кремния. Кремния сначала зубы, а потом мозги, потому что мозги это кремния, это такое, наша составляющая. Почему я говорю этот ХДД, что мозги, что же кремний требуется. Кто вот птичек держал всяких, у них развиваются эти, ну если они предрасположены, а предрасположены очень многие, у них развивается такое заболевание, называется, короче, память сыпется. Она не Альцгеймера, а другая, таксоплазмоз, вот. А червячки эти гельминты, они называются таксоплазмиды. Птичкам нормально, они с этим живут, а вот человеку это не очень. Вот он, педучилище. Вот, видишь, как даже бак поставили, пищевые отходы, все тут путем. Давай кружочек сделаем, что-нибудь этот тоже захочет. Может, он захочет педучилище купить, а? Да. А че, блин, нафиг ему эти дома тоже? Они, по сути, так-то разобраться, они задроченные тоже дома. Ничего там такого нет понтового. Че там, дома как дома, блин. Вот там, сейчас, надо вот проехать, сейчас тут кружочек дать небольшой. Да, давненько. Я помню, хотел в Педе здесь сделать постановку. Знаешь, что хотел поставить? Все дали добро, короче. Хотел поставить Анну Снегину. Сейчас бы интернет просто набрал бы, сценарий бы скачал. По-любому есть сценарий. А я давай сам писать, короче. Ну, что-то озяб я. Ну, у меня не было опыта в этом плане, драматургии. Плюс я был такой амбициозный, очень сильно. А, ну, знаний не хватало, на самом деле. И, короче, отсутствие знаний я компенсировал своими амбициями завышенными. Ну, то, что сейчас администрация делает, собственно, я был такой же. Ну, я был такой в юности, а они как бы вот так вот. Сейчас я хочу показать, где мы, короче, ходили по шпане и, знаешь, хорька гоняли. Хорька, вот. Ягоду, короче, тырили. Если по фене, у меня ролик был по фене, тут тоже там интересные отзывы были. Это называлось кольцевать. А гольцы? О, нет, туда я уже не поеду. Нет.
Вот тут, короче, вдоль, вот тут были кусты. Все туда, все, нафиг, короче. Да. Не знаю. Ну а что, купить вот этот ему, говорит, все размолотить, сделать там большой зал, короче, и все, и пускай катается у него ребенок на скейте. Да. А там, короче, где вот этот дом показывали, там стайку сделать хорошую. Хорошая двухэтажная стайка будет. Или трехэтажная, да? Три этажа там, которые более такой. Да, честно, не считал. Не, у Новикова нет, у Новикова мне нравится. Там сделают дом привидений. Аттракцион, кстати, будут люди, я думаю, приезжать, смотреть. Это уже такой туристический проект. Ну, да. А он что, с туризма, твой друг? Да у него просто бабок много, он вкладывает все, в что, короче, есть. В что можно, в что интересно. Он говорит, ну, хочу побольше общаться, с тобой интересно общаться, конечно, ты понимаешь мои темы. Вот. А что я понимаю? Я как на канале, просто живу. Что интересно, интересуюсь. Ну, круг моих интересов огромен, конечно. Меня прям, знаешь, поражает малая вместимость суток. Вот прям иногда меня прям это... Я порой уже не сплю, там что-то делаю, потом бам, меня вырубает. Я могу проспать часов 12 подряд, вообще не просыпаясь. Пробовал по способу этого спать. Придумывал-то все, много всяких этих. Был такой один всего такой человек. Помнишь, как фамилия? Нет. Давно он жил. Македонский, что ли? Нет, македонский, он завоеватель, а этот придумывался. Придумывал там. Так. Роман Зайцев, живу на ДВ. Видео, друзья, специально для вас. Для вас это видео. И, ну, самое я хотел, конечно, передать привет Сереге с СПБ. Так что смотри, фамилию твою не называю, нафиг надо. Обзавидуются, а то когда узнают. Вот. Передавай нашему Потане, общему нашему товарищу привет. Потаня тоже, типа, как они в мультике высмеяли. Ну не высмеяли, да, они его это так показали неплохо. Помнишь, Потаня. Я вообще ржал, просто лол полный. Вот школа мне тоже вот это нравится, как сделали. Говорят, чайка построил. Ни разу чайку с мастерком и с раствором не видел. Как он ее строил? Дистанционно управлял. Вот. Подписывайтесь на канал, смотрите, пожалуйста, видео с подпиской. Потому что подписчики, это, как говорится, наше все. Быстренько проезжаем, пропускаем четверку. Не переключайтесь, и следующее видео будет еще интереснее.